Ambulance выбрали, потому что уже агентство хорошо известно на рынке. Ambulance, наверное, больше других агентств показал, что он понимает бизнес-цели и бизнес-задачи McDonald's. И мы чувствовали, что мы говорим на одном языке. Ко всему прочему, предложили хорошее решение для нашей задачи. Команда Ambulance, наверное, наиболее комплексная, наиболее логично, правильно и с пониманием потребителя и того, что ему нужно в сети, что он делает в сети, зачем он там, предложила достаточно правильную стратегию присутствия бренда в сети. Им реально интересно быть в бизнесе с тобой, достигать с тобой совместных целей. Мы можем доверять агентству гораздо больше, чем самим себе. Сильная сторона – это наличие выстроенного процесса взаимодействия с заказчиком. По поводу команды Ambulance, что приятно удивило на старте работы и продолжает удивлять, это действительно полное вовлечение в проект и полная отдача каждого отдельно взятого члена команды. Комментировать нечего. Это достаточно необычный опыт для заказчика, когда ты чувствуешь, что полностью все твои даже невысказанные комментарии уже отражены. Мы никогда не думали, что работа в диджитал может быть фан. Да, что она может быть настолько интересна. Как инструкция по парашютному спорту написана кровью, так и у агентства чувствуется, что есть некий ноу-хау, который позволяет оптимизировать процесс взаимодействия заказчика и агентства. У нас не было ситуации, когда не было решения. У нас не было ситуации, когда было решение, но оно бы нас не устраивало, оно было не в бюджете, неинтересным. С точки зрения слабых сторон, так сложно придумать. Не можем прямо на камеру. Не могу говорить про слабые стороны, пока не вижу. Мы знаем, что сложно агентствам и клиентам до сих пор считать так называемый return on investment в social media. Однако это нужно будет делать. Мы вместе с агентством пытаемся найти такие формулы. Агентство и так достаточно активное, но часть вопросов оно могло бы, мне кажется, предвосхищать. Что же мы без них будем дальше делать, если мы их будем кому-то рекомендовать? Конечно же, будем. Конечно же, безусловно, я буду рекомендовать. Кроме того, мы будем продолжать взаимное сотрудничество над будущим проектом. Ну, вообще, Ambulance очень крутые. Это агентство, это все-таки больше заточено на некий результат, на некую осмысленную деятельность. Если вам нужны новые идеи, которые наверняка вам предоставят новые результаты, другое дело, оцените, насколько они значительны, насколько они позитивные, то здесь вам стоит рассчитывать на Ambulance. Делать дневной макияж. Любой макияж начинается с тонального средства. Прекрасный выбор для дневного варианта – Альянс Перфект. Он очень ровный, легко ложится. Лучше работать вот этими пальцами, они самые мягкие. И по массажным линиям от… Один Сава любит дочек и занимается их воспитанием, и при этом не является ресторатором в принципе, но пожрать он точно любит вкусно. И умеет готовить при этом. А второй самый, который вот ресторатор Савелий Липкин, да?